Вчера около 7 вечера на тракте, ведущем в Полевской и обратно, произошло околодорожно-транспортное событие, о котором не рассказывать-то особо нечего, но тем не менее. Снимай. У меня не штрафы, ничего. Стерлядев Владимир Анатольевич. Да. Хотя можно, конечно, рассказать и о том, как полным хэппи-эндом закончилось пьяное руление на Форде не только для водилы Вовы из Кировоградского района, но и для всех тех, кто в момент его залета находился в зоне теоретической досягаемости. Происшествие состоит всего лишь только в том, что, двигаясь в сторону Екатеринбурга, с совершенно мирными намерениями, он от чего-то переключился в режим левостороннего движения и, как уверяют очевидцы, метров 100 проехал по встречной полосе, после чего пошел еще дальше в своей детской болезни левизны и уперся совсем уже в кювет. По великому счастью, не убив, не покалечив никого, а на себя ему, судя по всему, и так наплевать. Я сегодня утром 7:30, перед тем, как на работу идти, баночку пива выпил. Баночку пива? Да, пивка. А печень не в порядке? Почему такой эффект? Потому что у меня рак. Рак печени? Да у меня вообще рак.